домой, мазафака! Всем привет! Привет в каждый уголок вашего дома! Чтобы тепло и домашний уют никогда не покидал вас не только в новогоднюю ночь, но и всю вашу жизнь. Как дела, как настроение? Отлично. Но что устал, получил по башке сегодня на тренировку. По челюсти, отпиздили. А так все здорово. Ты во Владивостоке? Я во Владивостоке. Привет, привет, привет. Всем здравствуйте. Расскажи о себе в 5 словах. В 5 словах. Так, 5 слов. Слушай, это, кстати, сложно. Какую-то дать характеристику самому себе, прежде всего. Вот, сказать, что великолепный, наилучший, грандиозный. Что еще? Ну и все. Так, хватит трех, я думаю. Так, что еще? Здравствуйте еще раз всем присутствующим здесь. С вами радио новым входящим. С вами радио Константин ОМГ. И с вами хорошее настроение прибудет весь следующий год, день, ой, ночь. Год крысы, черт побери. Едешь куда? Еду в сторону дома, где меня любезно приютил Валерий Анатольевич. Валерий Анатольевич, я еду домой, если ты меня слышишь. Не хватило. Что значит не хватило? Привет, психолог. Скажи, а почему все кувырком, при этом уверенность в правоте? Не понял. А почему все кувырком, при этом уверенность? Все кувырком, при этом уверенность в правоте. Еще раз не понял, можно раскрыть ваш вопрос немного подробнее, потому что я не совсем понял, что вы имели в виду. Можно конкретизировать ваш вопрос? Как настроение? Настроение великолепное, отличное, прекрасное, пятничное. Ты на Баме живешь? Сам я с Бамы, но там на данный момент не живу. У вас уже ночь, да, у нас уже 11:30, поэтому скоро все баньки. Ну, или пятница, кто-то гуляет. Я иду в баньки, как примерный семьянин практически, но без семьи. Привет с Хабаровска, это Артур. Артур, здорово, как сам? Крутой, спасибо, вы лучшие. Что в Владивостоке делаешь, зачем привет? Приехал, у меня здесь сын, я приехал к сыну. Что у меня здесь? Лемур, тужур, туда-сюда, ну вот так. Зрение плохое. Ну, если я прищуриваюсь, наверное, но держу телефон на вытянутой руке, наверное, не, это совсем не совсем плохо. Не совсем плохое. Привет, что думаешь по поводу Давидыч, ситуация с вымогательством? Да, я видел ситуацию. Я слышал давно эту историю, что блогеров реально доят и чеченцы, ну и вообще как бы кавказцы. Это вообще давнишняя история на самом деле. И много, потому что они занимаются ставками, вот этими, как они называются, каперы, да? Соответственно, это поле такое полузаконное, криминальное все же, потому что это обман людей. И на эту благодатную почту светились вот люди, которые с силового блока, так скажем, уличного. Конкретно Кавказ, не только чеченцы, но вообще как бы, да. Это такая проблема давняя. Потому что кто ставит ставки по прогнозам, да, бывают большие суммы ставят, действительно. И недовольные потом клиенты приходят, этих блогеров щемят. И блогеры просто сами ищут этой поддержки. Да, и они друг друга нашли. Но вроде они уже все распределены, эти блогеры. А тут как кто-то там решил какое-то новое поле там отжать. Почему так Давидыч пошел? Вроде не занимается ставками, не знаю. Короче говоря, желаю ему успеха в этом начинании. Но это такая, на самом деле, история неблагодарная. Потому что чем это может закончиться, непонятно. Но желаю ему успеха. Мы живем в светском государстве, в правовом поле. И как бы такие люди, которые размахивают пистолетами,
при свете дня должны, конечно, оказаться там, где не должны оказаться. Это безусловно. Это прям понты понтами, вот эта тема уже как бы лишняя. Кажется, это должна... Это, ну, зверинец, это зверинец просто. Ты пришел там что-то, как и со слов. Мы судим со слов. То есть мы не знаем, как на самом деле было. Если со слов, как говорит, рассказывает Давидыч, то это как бы тема такая некрасивая, и за нее надо отвечать, конечно. Потому что все-таки мы живем в свете. «Скользкий дом 2» — это выдуманный сценарий. Ну, отчасти даже шоу, ну, конечно же, там не пишут, что ты должен сказать. Ты должен обсудить, да, но это, наверное, не сценарий, это больше как тема дня. Ну, такое, это же элементы, что это жизнь с элементами шоу. Давненько тебя не было в прямом эфире, но вот он я. Вот он я. Так, подними выше, почитаем. Всех благ, Костя, и тебе всего хорошего, чтобы у тебя все получалось. Все делаю и говорю правильно. Вот думаю. Либо окружают меня не те люди, не те, либо во мне дело. Но думаю, ты прав. Но думаю, право на моей стороне. Короче, есть такая история. Если тебя ударили по лицу там один раз, то, может быть, это просто человек какой-то неправ, действительно. Если второй раз, там третий, и разные люди, может быть, дело в тебе. То есть все же нужно иногда покопаться в себе, чтобы понять, почему это происходит с тобой. Вот. Потому что других людей ты точно не изменишь. Это 100%. Нужно копаться в себе. И сама критика, она как помогает в развитии. Потому что ты должен всегда становиться лучше, копаясь в себе. Потому что в других людях копаться не стоит. Почему он так сделал, почему он поступил. Это ты так позволил, чтобы поступил человек с тобой. Все же. И нужно развиваться самому, а не пенять на других. Вот и все. Пиво или водка. Честно говоря, не то, не то. Но иногда можно и то, и то. Вообще не любитель, но иногда прям и хочется и пивка прям. Вот. Пиво последний раз пил в Таиланде. Все, это год назад. Год почти прошел пиво. Водку пил когда? Месяца 4 назад, честно говоря. Но алкоголь, это ужасно. Это не очень хорошо. Привет, СМР. Ну, кстати, кому-то это помогает расслабиться. Вот. Ну, кстати, винишко я могу выпить, да, вот именно расслабиться винишко. И красиво, бокальчик, красная вина, классно. Чай или кофе? Я, кстати, то и то как бы люблю. Чаечек черный, крупнолистовой, нормально заходит. Или кофе латте с карамельным сиропом без сахара. Привет, бро, привет. Не куришь? Нет, не курю, и вам не советую. Но вообще отвратительно, когда курит женщина, курит. Когда курит мужчина, это отвратительно, воняет, и вообще ничего хорошего нет. Не пойму, в чем прикол курения. Правда. Привет из Самары, Самара. Городок, привет. Спасибо большое, психолог. Обращайтесь, пожалуйста, если я вам чем-то помог. Это великолепно. Думаю, в тебе... Думаю в тебе, о тебе, наверное. Как вспомните на доме 2. Так, хорошо. Ты во Владе, да? Что ты сказал? Так. Ты в клуб? Нет, я домой. Я, наверное, уже слишком стар для этого дерьма. Привет из Благовещенска. Благовещенск, привет. И тебе плохое зрение? Ну, не знаю, на вытянутой руке. Читаю сообщения и не всегда могу, то есть, с прищуром вижу, не знаю, это плохо. О, что-то горит, ёлки-палки. Прикиньте. Короче, горит дом какой-то, ёлки-палки. Это на развороте, на низком водном мосту горит. Это дом горит или трава? Непонятно. Короче, не знаю, что горит.
дай бог, все живы. Ты кто? Да иди дальше, дружище, не важно тебе, зачем ты вопрос задаешь. Привет из Багрисика. Так, какие отношения с мамой сына? Великолепные. Они, кстати, наладились, когда я начал заправлять ей автомобиль, помимо элементов. Все решают бабки. Бабки. Как только даешь бабки, ты самый лучший мужчина на свете. Как ты не даешь деньги, ты просто конченый ублюдок. Как вам мало надо, девочки, понимаете? Каждая сволочь, которая даст вам денег, может быть самым лучшим мужчиной на свете. И пофиг, что он делает. Хоть ебет еще 15 любовниц, лишь бы уделял вам деньги. Уделял. И он будет самым лучшим мужчиной. Вот так вы все такие, в продажной шкуре. Практического. Так. Костя, как купил квартиру в рассрочку или наличку? Я ее купил и продал уже. Покупал я ее, там с меня были такие схемы мутные, что я ее забрал. Это была вообще мутная схема. Но она получилась. Я 2.5 года я ее сращивал, срастил. Продал, купил технику, которая у меня в аренде ходит в Москве. Вот все. Так, ищусь. Простите, пожалуйста. Привет, передай мне привет. Привет тебе, Ната39, что-то там. Привет тебе, всего тебе самого хорошего. Тепла тебе, ваш дом, всего тебе самого лучшего. Шикарно, спасибо. Сходи к врачу, зрение проверь. Он мне выпишет, наверное, очки, скорее всего. А очки способствуют, в моем случае, ухудшению зрения. Потому что я вижу, в принципе, все. Все вижу. Когда я одену очки, я привыкну к охренительному зрению. И без очков я уже не смогу видеть. Прям вот так, как я вижу. Поэтому очки в моем случае не подходят. Привет из Штутгарта. Здравствуйте, здравствуйте. Это Бавария, что ли? Штутгарт, если не буду. Любимое блюдо. Я не привередлив, я всеядный. Люблю картошечку с мясом. Картошечку жареную, порезанную дольками. Картошка, лук, мясо. Самое обалденное блюдо. Здравствуйте, здравствуйте. А у нее нет мужчины? У кого? У кого нет? Машина на Олега Кошевого, говорит. Блин, я не знаю. Но это точно не Олега Кошевого. Плохо, когда горят машины, дома. Когда у людей беда, отвратительно. Что, ну, вот, говно случается. Какие качества ценишь в девушке? Слушайте, ну самое главное, девчонки, это правильно себя вести. Ну не то, что правильно, паря хорошо себя вести. Уважение к мужчине, вот это самое главное. Уважение к мужчине. Когда вы будете уважать мужчину, блин, да все к вашим ногам, и мужчина будет счастлив. Тем более, если вы раньше вот со всеми вели себя дерзко. А вот к нему, к одному, вы будете проявлять себя как кошечка. Да это вообще просто. Ну, соответственно, к своему мужчине вы должны хорошо относиться, а не ко всем другим. Вот. Как только вы будете относиться к своему мужчине хорошо, с уважением, весь мир к вашим ногам упадет, между прочим. Так что это самое главное. Самое главное качество – уважение к мужчине. Если так вот пожестче, так скажем, знать свое место. Но это грубо сказано. Ну, смысл один. У меня плохое зрение с отношением. У меня плохое отношение с папой ребенка. Очень мало денег дает. Вот. Вот, девочки. Если бы, блин, давал бы больше денег, был бы самым лучшим мужчиной, правда, да? Вот. Не дает денег, козел. Дает денег. Великолепный мужчина. Вот ваша оценка. Вот ваша оценка. И всего лишь. На самом деле, блин, деньги это, конечно, круто. И в нашем мире это как бы немаловажно. Но это же не главное, черт побери. Черт побери. Лучше попросить его провести время с ребенком, чем там деньги в каком-то количестве безумном. Да, конечно, должен помогать. И баблом, и все там. Но лучше попросите провести время с ребенком, папу, чем бабок дать. Бабки это так, приходящие.
Был в зуме, любишь морепродукты? Ну, конечно, был. Конечно же, был в зуме, но перестань. Морепродукты. Морепродукты самые лучшие, когда ты берешь их с моря, вытаскиваешь и кушаешь. Вот это крутые морепродукты. У меня был один раз такой случай, когда мы ловили камбалу, ну так получилось, с тестем, да, и мы поймали на удочку краба камчатского большого, и тут же его сделали на катере, сварили. Блин, это был лучший краб в моей жизни, я такого просто никогда не ел. Он был горяченький, потому что мы сварили его, и это было просто неземное удовольствие, это было очень круто. Или когда вытаскиваешь с моря серого ежа, ты его об камушек разбил, ну, вот это круто. Психолог, а что если эти люди с одного болота, все, все-таки во мне дело? Ну, соответственно, конечно, в тебе дело, потому что ты в этом болоте, но поменяй болото. Ты же в этом болоте сама, я так понимаю. Поменяй болото. Ты сама заходишь в это болото и говоришь, эти люди с одного болота, мне с ними некомфортно, но я все равно туда иду. Но если идешь, тебе значит нравится. Ты даже уже определила этих людей, что они все в одном болоте. Ну все, вычеркни это все. Привет, ты очень крут. А, спасибо, спасибо. Что думаешь по поводу Шведа и Давидыча? Только что сказал, я сохраню, посмотрите. Высказался так достаточно долго. Или нет? В их менталитете и органичности и комплексах. Я еще раз говорю, дело в том, что ты сама находишься в этом окружении, в этом коллективе. Меняй людей тогда. То есть проблемы в тебе, они не поменяются. Ты людей не изменишь, не поменяешь. Ты должна поменяться сама. Либо ты уходишь с этого коллектива, там, с этого болота. Самый лучший вариант. Соответственно, ты уже как-то себе, наверное, поставила в этом коллективе. Привет из Баку, Азербайджан, Баку, привет. Привет, красавчик, как поживаешь? Вашими молитвами, спасибо, вашими лайками. Так, кто не поставил лайк до последнего видео, пройдите быстренько с ребятами там красивое видео поставьте. У жены бывшей нет мужчины. Ну, у нее все меняется, сегодня есть там. Ну, к сожалению, не получается. К сожалению, не получается. Но я бы рад был узнать. Я тебя обожаю. Спасибо вам большое. Как тебе старое кафе? Старое кафе во Владике? Старое кафе во Владике. А что такое старое кафе во Владике, скажите? Не понял. Не очень. Не очень понимаю, о чем вы. Старое кафе во Владике, это что? Что сыну будешь дарить на Новый год? Он написал Деду Морозу письмо, что хочет конструктора Лего. Молодец. Ничего сложного. Передай мне привет. Привет, Леди Кисмайл 32. Тебе привет, тебе прямо в душу тебе. Обнял, приподнял, поставил на место. Сколько глупых вопросов. Ну, давайте умненький вопрос. Ты с Гозиас не общаешься? Давно не общались. Нету повода, смысла и вообще зачем. Как относишься к Барзику? Барзиков красавчик, молодец, путешественник. Тревел-блогер, молодец. Только с позитивом. Есть девушка? Конечно же есть, конечно же есть. Как у меня не может быть девушки? Ну посмотрите на эти прищуренные глаза и разбитый лоб. Приезжай, накормлю, картошка с мясом. Ай, заманиваете прям, блин. Это сейчас вы прям по моим слабостям хотите пройтись, да? Прям по моим слабостям, блин. Здравствуйте, здравствуйте. Нельзя быть настолько красивым, Костя. Перестаньте, это вы меня льстите, конечно же, но приятно. Костя психолог, ну так, домашний, кухонный, знаете, кухонный психолог. На опыте просто, на жизненном опыте. Я уже взрослый парень, 34 года, господи, брак, развод, проект, что еще у меня было? Полтора года полтора года просидел на бревне, блин. Ну, конечно же, что-то знаешь. Че красивый такой, 10% зарядки осталось. Папа, я почти дома. Я почти дома здесь на парковке. Костик, приветик с Мурманска. Мурманск, привет, Мурманск. Привет, Крис Киреева. Привет, всего хорошего.
тепла вам в Мурманск, тепла. А вы нам пришлите северное сияние, все надеюсь, у вас должно быть. Константин, психолог, спасибо, мне надо было это услышать. Если я чем-то помог, ну, классно, очень приятно. Как дела, Костян? Потихонечку. Солома, Андрюха, привет. Как, друг? Как ты, брат старший мой, товарищ? У меня одно висит. У меня тоже пока висит, но я вам то не покажу. Старое кафе на Школьной, которое. Честно, я... А, старое кафе. Прикольно там. Очень вкусно, кстати, делают. Да, был. Там прикольно, вкусно кормят. Да. Спасибо, не за что. Так, много на биткоине заработал. Слушайте, у меня была такая история, когда я купил маленькую ферму. Мы заполнили там гараж этой фермы, подключились к столбу там какому-то левому. И благо, что мы там особо не платили за электричество. Вот. Я вложил туда 500 тысяч рублей, отбил 500 тысяч своих. И заработал еще сверху 90 тысяч почти, ну не почти, а чуть больше года. Ну то есть там, сколько там, может чуть больше сотки заработал так. Ну то есть предприятие, казалось, должно было заработать гораздо больше. Мы отбили все и продали эту ферму за, там, ну, короче говоря, с партнером попилили, что-то около сотки там получилось на каждого. То есть вся моя история с биткоином закончилась именно так. И больше я этим не занимался. Барзиков, дерьмо собачье, а его мама... Ебать, вы что несете, вы, псина? Что ты несешь вообще? Как ты так о маме можешь говорить? Животное просто. А как тренинги прошли? Вообще великолепно. Я боюсь... Постояли в спаррингах и понял, что спарринги такая тема, когда нужно это заниматься постоянно. То есть, когда тебя бьют, начинаешь что-то бояться ударов, когда ты долго не ходишь. И, ну, тренинги прошли отлично, хоть что-то там. Подергался, попотел. Тянет Саша. Вы знаете, пока не тянет. Пока, блин, почему пока? Вообще не тянет. В смысле, что значит пока? Вообще не тянет. И вообще как бы... Даже не думаю. У меня абсолютно другая жизнь. Абсолютно. Нет, не Steam. На самом деле класс. Спасибо большое. И от вас это очень приятно слышать. Я так-то повар 4-го разряда. Будет вкусно. Блин, слушай, ну хватит уже, хватит. Кстати, ты во Владивостоке? Если ты во Владивостоке, ты готова, блин, сделать. У нас там целый наш... Мы живем в коммуне, блин, и нам нужно приехать и сделать пожрать, кстати. Вот. Если ты, блин, готова. Или готов, Женя, Дженес, Джен. Мальчик или девочка, я не пойму, блин, наверное, не знаю, Женя или Дженес. В общем, неважно, кто ты, мальчик или девочка, приезжай готовить, жрать. Передай мне привет, привет тебе передам, не знаю, да, это ты про... больше такого не пиши гадости. Где лучше, в Москве или в Владивостоке? Хорошо там, где нас нет, на самом деле. Маргош тоже салатик приготовила, вот и отлично, сейчас прям кушать. Это прекрасно. Маргоша готовит салатик. Какой приятный, ну черт возьми, северное сияние хватает. Северное сияние, да, я слышал, что в Мурманске северное сияние, и там очень красиво, вот. Но, конечно, дыра дырой, да, я так понимаю, но без обид, но очень красивая природа. Вы держитесь там, очень холодно. Любимый ты где? Любимый? Странно. У меня тоже, говорит, пока висит, но я не покажу. Ну, подвисываю, да. Кроме уважения, давай по пунктам, что для тебя важно в отношениях. В отношениях важно уважение, доверие и взаимоподдержка, помощь, что ли. Ну, то есть, в моем случае, мне даже девушка, которая должна мотивировать, поддерживать. Это очень важно. Да все-таки и все. Ну, еще хотелось бы, конечно, юморка в отношениях хотелось бы. Хотелось, чтобы девушка не обижалась на мой тупой юмор. Было бы великолепно, если бы она не обижалась на мой тупой юмор.
Костя, уважение, давай по пунктам, так. Костя, ты в Алладе у кого остановился на время отпуска у мамы? У папы остановился, я у папы. Как Прокопчик поживает? Прокопчик великолепно. Новосибирск тебя любит, а мы любим Новосибирск. Лучший город на земле Новосибирск. Вам привет. Что подаришь парню? Подари парню. Что подарить парню на Новый год? Подарить ему улыбку и счастье. Не знаю, хорошее настроение. И чтобы ты завела весь следующий год отлично. Подари ему абонемент на половые утехи. Знаешь, чтобы абонемент нарисуй на тетрадке. И пунктиками разрежь. То он будет выдавать тебе билетик и держи. При предъявлении ты должна исполнить то, что он тебе скажет. Любую вещь. Прикольно? Пользуйся. Забирай идеи. А, похуй, кто ты, повар или нет, она тебя вчетвером выебут. Нет, мы такими вещами занимаемся. Костян, ты ставишь ставки на спорт? Ни разу не ставил и никому не советую. Это казино. Костя, извини, просто я терпеть не могу барсику. Нет, это некрасиво говорить про маму и все остальное. Это вообще я вас не красит. Костя, про Мурманск точку не добавить, не отнять. Какие обиды. Как говорится, будете у нас на Колыме, да лучше вы к нам. Ну, знаешь, каждый как бы лягушка хвалит свое болото, поэтому нельзя говорить так. Ты живешь, кто-то говорит, да там говно, блин. Но Владивосток тоже не лучший город, но когда говорят, что Владивосток говно, немножко обидно. На самом деле здесь тоже очень красиво, конечно, здесь и Москва, и как-то движения другие абсолютно, но это классный город. Я думаю, Мурманск ей тоже может чем-то... Ты можешь так рассказать о Мурманске, что каждый из нас захочет там побывать хоть раз. Потому что даже о северном сиянии это красивейшее зрелище. Я бы хотел бы это увидеть, честно, когда-нибудь в жизни. Как часто ты выходишь в прямой эфир, хотелось бы почаще тебя видеть. А подпишитесь на меня, и будут приходить вам ссылочки, и все. Привет, бывал на Алтае? К сожалению, нет. Приглашайте. Я, девочка, на всю коммуну не готова готовить, тебя накормлю. Не, мы живем коммунной, у нас только так. Все один за всех и все за одного, поэтому извини. Что делать, если ткнул нечаянно в булавку глаз, больно? Ты что, с ума сошла, что ли? Так не делай больше, будь внимательнее, не знаю, носи очки. Это странно. Зачем? Это неправильно, не надо так делать больше. Завязывай. Бля, вы так уебали и ударили в челюсть, что у меня так челюсть болит. Это же просто каторга какая-то. Это не казино, а я поднимаю миллион. Да, пиздоболки. О, началось веселье. Так, где? Снимаю чаще истории, совсем пропал из Инстаграм. Иногда бывает так, что пропадает интерес к этой движухе ко всем. Вот. И, честно говоря, не очень хочется. Каждый говорит о том, что у него болит. Согласен. Каждый говорит о том, что у него болит. У меня сейчас сядет батарейка, на самом деле. Ты как Владивосток? Погодка в Владивостоке? Но не так плохо, на самом деле. Сколько градусов? Но минус 11. Я прохладно, минус 11. Костя, ты классный. И твой тупой юмор тоже. Барсику привет. Вы можете ему сами написать на его странице и передать ему привет. Приглашаем в Сибирь. Спасибо. Как приятно, что прочитываешь каждое сообщение. Слушайте, ну у вас не так много, чтобы я еще вас игнорировал. Борща хочешь? Мы в нашей коммуне не отказываемся ни от каких как бы блюд, на самом деле. Тебя нахуй пошлет и готовит на спа. Нет, мы никого не посылаем, мы ко всем уважительно относимся. Ставрополь, привет, привет. Алтай наш, это круто. Такого воздуха нигде больше нет. Во всем мире. И красота неописуема. Приезжайте. Вот люблю таких вот патриотов своей, вот так скажем, своей точки. Очень круто, когда так вот за свой регион. Прям молодцы. Какие песни. Ну, да. Костя, просто глаза красивые и ресницы. И разъединяла ресницы. Красиво.
Костя просто глаза красила. Спасибо за информацию, мы поняли. Так. Я долго во Владе, пару месяцев. Какая у тебя самые любимые фильмы? Мне нравятся такие больше исторические, какие-то мифы исторические, там Троя, да, 300 спартанцев, когда они про честь, про доблесть, про мужество. Почему ты Бузову терпеть не можешь? Это неправда, я хорошо к ней отношусь, я просто, мне не нравится ее творчество, это разные вещи. А так она очень крутая девушка, которая добивается того, что она хочет, она молодец. Но и творчество у нее, ну, полное говно, которое, ну, я, допустим, не могу слушать эти песни. Просто она не талантливо поет, как бы, не очень. Это ее творчество нравится детям, мне это не нравится. А как человек она классная. Ну, классная в том, что она успешная. Молодец, она реально очень много работает. Все. Кость, по-моему, ты хочешь спать, это правда. Привет. Кто твой любимый актер? Актер даже и не скажу. А, на самом деле я уже подъехал к дому, и всем приятно и спасибо, что были со мной. Я пошел укладываться в баньки. Все. Всех обнял, ушел. Пока.